Hello, friends. We continue our playlist. Друзья мои, мы с вами продолжаем, и время контрольной работы. Это первая часть. Мы с вами достаточно интенсивно готовились в рамках нашего плейлиста, шли к этой контрольной работе. Теперь сейчас сама контрольная работа. Значит, в чем задание? Значит, нужно везде использовать время present continuous, где это возможно. То есть везде, где это возможно, и по умолчанию говорим без now. Ну, давайте посмотрим некоторые примеры. Итак, переводим. Они делают эти ошибки достаточно часто. Они делают эти ошибки. They make these mistakes достаточно часто. Вспоминаем, как это будет. Quite often. They make these mistakes quite often. То есть, видите, это контрольная. Чем полезно, что здесь не просто вы на автомате выбираете present continuous, но вы и думаете, соответственно. Значит, намного больше. Потому что quite often, временные указатели, мы с вами раз про это говорили, есть ограничения на употребление времени present continuous, поэтому не можем, и можем как раз только present simple. Далее, следующий пример. Сами скажем. Почему он работает? Значит, по умолчанию, если это возможно, то это present continuous. Говорим без now. Почему он работает? Why is he working? Why is he working? Why is he working? Почему он работает? Или также, почему он работает сейчас? Why is he working? Итак, значит, далее в таком же ключе переводим. Значит, где возможно, значит, present continuous. Где нет, соответственно, present simple. Работаем дальше. Я думаю, у меня отличный результат. I think. У меня отличный результат сейчас. I have an excellent result now. Or I think I have an excellent result. По умолчанию без now и present continuous, если можно. I think I have an excellent result. У меня есть машина. I have a car. Мы получаем очень полезную информацию. We are getting very useful information. We are getting very useful information. Значит, по умолчанию везде present continuous, везде именно продолженное время с инговой формы, где это возможно. Есть какие-то ограничения, как здесь. Соответственно, видите, как здесь I think I have, как здесь I have, то present simple. Так у нас везде present continuous. Итак, далее. Все меняется. Everything is changing. Everything is changing. Это зависит от тебя. It depends on you. It depends on you. Мой английский становится лучше и лучше. My English is getting better and better. Or becoming. По умолчанию используем getting. My English is getting better and better. Я ем эту еду. I'm eating this food. I'm eating this food. Это не становится лучше. It isn't getting better. It isn't getting better.
They make these mistakes quite often. Why is he working? I think I have an excellent result. I have a car. We are getting very useful information. Everything is changing. It depends on you. My English is getting better and better. I'm eating this food. It isn't getting better. Вопрос. Он делает ошибку? Is he making a mistake? Is he making a mistake? Мой результат становится лучше и лучше. My result. My result. Становится лучше и лучше. Is getting better and better. My result is getting better and better. Что ты обычно читаешь? What do you usually read? What do you usually read? Я обычно работаю 8 часов в день. Я обычно работаю. I usually work 8 часов в день. 8 hours a day. I usually work 8 hours a day. Почему твой результат становится лучше? Почему твой результат? Why is your result? Становится лучше. Getting better. Why is your result getting better? Я не думаю об этом. I'm not thinking about it. I'm not thinking about it. Чьи деньги ты берешь? Чьи деньги? Whose money ты берешь? Are you taking? Whose money are you taking? Эта женщина пытается найти это. Эта женщина. Is this woman? Пытается найти это. Trying to find it. Is this woman trying to find it? Она ходит в это место 3 раза в неделю. Она ходит в это место. She goes to this place. 3 раза в неделю. 3 times a week. She goes to this place 3 times a week. Вопрос. Наша жизнь становится намного лучше. Наша жизнь становится. Is our life getting намного лучше? Much better. Is our life getting much better? Is he making a mistake? My result is getting better and better. What do you usually read? I usually work 8 hours a day. Why is your result getting better? I'm not thinking about it. Whose money are you taking? Is this woman trying to find it? She goes to this place 3 times a week. Is our life getting much better? Он пишет сообщение.
He is writing a message. He is writing a message. В какие игры они играют? В какие игры? What games они играют? Are they playing? What games are they playing? Этот человек не работает. This person isn't working. This person isn't working. Девочки не ждут ее. Девочки. The girls не ждут ее. Aren't waiting for her. The girls aren't waiting for her. Он не объясняет эти вещи. He isn't explaining these things. He isn't explaining these things. Мальчик не играет в футбол. The boy isn't playing football. The boy isn't playing football. Я не показываю более лучший результат. Я не показываю. I'm not showing более лучший результат. A better result. I'm not showing a better result. Я смотрю этот урок сейчас. I'm watching this lesson now. I'm watching this lesson now. Вопрос. Они контролируют ситуацию? Are they controlling the situation? Are they controlling the situation? Это не становится менее дорогим. Это не становится. It isn't getting менее дорогим. Less expensive. It isn't getting less expensive. He is writing a message. What games are they playing? This person isn't working. The girls aren't waiting for her. He isn't explaining these things. The boy isn't playing football. I'm not showing a better result. I'm watching this lesson now. Are they controlling the situation? It isn't getting less expensive. My friends, thank you. We continue our playlist.